В исследовании отмечается, что роль общественных наблюдателей в стране растет. У них появляется больше возможностей высказывать свои предложения, которые слышат органы власти. Авторы доклада опровергают мнение об отсутствии политической конкуренции и отмечают, что год от года выборы проходят все динамичнее. Это касается и нашего региона. Если не ошибаюсь, «Новые люди» получили отказ, а «Коммунисты России», по-моему, не дошли до избиркома. То есть у нас на сегодня 5 заверенных списков. Вот. Но это, собственно, все партии нам хорошо известны. Политологи, юристы и руководители некоммерческих организаций на круглом столе отметили, что подготовка к выборам в Тамбовской области идет без сбоев. Сейчас активность политических партий в регионе постепенно нарастает.